6. Еще и предплечья работают. Восьмое. Заключительный. Теперь, ребята, дельта вперед. Вот так. Как бы стараемся руку подать вперед, но блокируем свободно рукой. Себя эту руку убрал, видите, идет подъем, тоническая нагрузка.
А, назад теперь. Мы делаем вот такое разрывающее движение. Как бы стараемся вырваться из захвата. Задняя дельта теперь на разрыв. Вот. Чувствуется, как работает пучок. Задний.